Как вы думаете, что такого происходит в январе? Почему-то, что каждый год в январе занятий малого лихвата в этом здании не происходит. Что такое особенное? Сейчас, подождите, кто знает ответ? Ну, немного. Но расскажите, что происходит? А, сессия. Студенты сдают экзамены, и поэтому здесь все комнаты перепутаны, и, значит, непонятно, где, когда что будет свободное. Не поэтому. Боятся, что будут подсказки. Что вы придут школьники и подскажут, что... Да, да. Что они сдадут за аспирантов и студентов их экзамены. Если вдруг, да, действительно, придет какие-то сомнительные товарищи. Вот хорошо.